рассмотрим возможности адаптации системы под работу пользователя. Часто при внедрении систем мы сталкиваемся с общими следующими сложностями. Это необходимость адаптации интерфейса системы под индивидуальные предпочтения каждого из пользователей. Это довольно важно, хотя пользователи могут даже обладать одной ролью, но их схема работы предполагает необходимость наличия различной информации в интерфейсе системы. Именно поэтому достаточно сложно сделать универсальный, удобный интерфейс для всех пользователей. Второе, через следствие отсутствия единого структурного хранилища по резюме возникает проблема сложности поиска по уже отработанным кандидатам. Как эти проблемы решаются в системе Ember HRMS? В первую голову пользователь может самостоятельно адаптировать интерфейс системы под собственные нужды, нажимая на шестеренку, нажимает поля для отображения и может выбрать и изменить последовательность полей, которые ему необходимы для работы. Например, название или дать подачи вакансии перевести наверх, статус вакансии вниз, автор уберем, оставим рекрутер, кто работает, нажимаем кнопку «Сохранить», и вся информация на экране пользователя изменяется. Данная информация хранится в профиле пользователя, поэтому можно быть уверен, что пользователь, когда зайдет в следующий раз в систему, информация будет представлена таким образом, которая он для себя настроил. Говоря о поиске, мы в первую очередь имеем в виду поиск по кандидатам уже отработанным резюме. Не имея структурированного хранилища, часто приходится тратить избыточное время на поиск тех или иных кандидатов, которые отвечают тем или иным требованиям. В случае, когда все кандидаты объединены в единую базу, у нас появляется достаточно простой и удобный интерфейс, с помощью которого можем извлекать именно те резюме, которые отвечают нашим критериям. К примеру, давайте выберем всех специалистов. Есть упоминание про бухгалтерию. Если же нам требуется какой-то более глубокий поиск, например, по возрасту или по полу, мы можем воспользоваться панелью фильтров. Для этого открываем панель фильтров, указываем пол, скажем, мужской, возраст от 30 и до 50. Нажимаем применить. И у нас отображаются все кандидаты, которые соответствуют указанным критериям. Безусловно, мы можем провалиться в карточку кандидата и ознакомиться с его резюме.